Всем привет из Алании, друзья, воскресенье, сегодня пляж отеля Green Garden. Смотрите, как много людей, хотя время уже без 27, сейчас время, реально людей очень много. Но тут, естественно, не только Green Garden, тут все, кто живет здесь, также местные. И турецкие жители, русскоязычные, живущие здесь. Солнце светит чисто, я уже вам смотрю, летают парашюты, значит, разрешили, уже пожаров никаких нету. Уже можно летать, значит, парашютом. Все, никакого уже и следа нет, ни от какого дыма, все чистое. Солнце припекает даже сейчас. И вот такой вот волночки небольшие. Хорошо, что не начались сильные волны, потому что ночью вчера я наблюдал, часа в 2 ночи, волны были довольно-таки, ну не то, что прямо огромные, но были волны, скажем так. Сейчас их почти нету. Все классно, все нормально. Очень-очень много людей. Реально просто очень много. На этом пляже стало. Поэтому я и стал искать другие места. Сюда редко прихожу теперь, потому что, увидите, чтобы мне зайти куда-то даже далеко, надо проплыть через толпу вот этих вот людей, что я не люблю. Давайте пройдем на пляж, посмотрим еще Blue Wave отеля. Идем против солнца. Сейчас реку попробуем, какая в реке температура. Она иногда бывает горячая, иногда бывает холодная. Сейчас попробуем. Ну, градуса где-то 24-25, не больше. Нормальная, короче. Много людей на пляже. Ну, как много? Не то, что много, но... Блин, а там музыка едет. Закрываю музыку немножко. И слышно будет. Смотрим отсюда, как много людей там повсюду. Что такое громкий. Есть люди в море, есть люди на лежаках Blue Wave. Несмотря на то, что ужин, возможно, у них уже начался даже. Ну, вообще, можно, в принципе, сказать, что жара уже все остановилась. То есть вчера был такой вечер, маленькая передышечка. Да, и кто там спрашивает, не холодно ли люди? До 20 чисел сентября ночная даже температура в Алании не опускается ниже 26. Ну, ближе к сентябрю, может, в сентябре будет там ночью, может быть, 25. Смотрите, как близко к нам парашют летит. То есть как может быть холодно в 26, даже если ночью? А тем более это не ночь. А ну градуса 26 было вчера по ощущениям. Вот когда я показывал радуги, там кто не видел, посмотрите эти все видео мои с Тосмора вчерашние. Они очень интересные. И там, кстати, вчера была холодная вода. Вот буквально от берега я проплыл метров меньше 100, наверное. И вода была совсем не 30, вода была где-то градусов, я даже не знаю, 26, наверное. То есть она такая, резкий перепад была, она реально такая была прохладная. Сегодня сейчас, если подойдет наша любимая семья из Балашихи, и мы сейчас заставим Клементия водичку померить температуру, это видео может быть уже на канале. Сейчас, если я их найду здесь сегодня, такие вот башенки запечатлили. О, солнце чуть-чуть жалилось надо мной, стало светить чуть-чуть меньше. А тут как-то волны, что ли, больше, или мне кажется. Смотрите, очень вчера у меня классная прогулка под дождем, потом я показывал вам радугу, тучи. Там несколько видео вчера вышло, посмотрите обязательно, кто любит Аланию. Там много людей, Big Blue пляж, не только Big Blue, людей полно. Повсюду. В основном местные сейчас.
бьет волночки. Все, разворачиваюсь, иду в обратном направлении, там я против солнца, хотя оно спряталось за маленькой-маленькой тучкой, но так лучше все видно. Здесь вода теплючая, здесь она тридцатку точно. А вот там вчера, это я даже пожалел, что не померил в Тосморе, когда после дождя, во время дождя, вернее, это было, во время дождя, после дождя. Потому что реально разница там была не в 1-2 градуса, а разница такая капитальная, очень ощутимая. То есть то ли какие-то холодные течения, то ли, ну, дождь вряд ли, потому что дождь сам по себе теплый был. Людей в этом году много повсюду. Вы часто спрашиваете, было ли больше людей в прошлом 20-м году. Люди нет. Столько людей еще вообще не было в Алании. Не то, что в 20-м, а даже в допандемические времена так много людей не было на пляжах, так много людей не было в отелях. И в том числе за счет туркал тоже, потому что, не знаю, у меня такое ощущение, что первый год они стали ездить на море, а до этого они не ездили, потому что их так много. С зимы начиная, причем, по всей Алании. Это Green Garden, то есть Green Garden, там я уже гоню. Это Blue Wave, конечно же, слева. Всем привет из Алании, хорошего отдыха тем, кто приезжает, спасибо за лайки. Температуру воды, если мы померили, то она, я думаю, уже на канале. Посмотрите. А я погнал купаться. Могу и без примеров сказать, что 30-ка вода. Не знаю, вглубь пока не заплывал, вдруг там тоже какие-то будут прохладные течения, но здесь 30-ка это 100%. Течение такое активное сегодня у реки Обачань.